Например, голоса наших первых президентов, выдающихся писателей. Эти записи имеют хронометраж от нескольких секунд до нескольких часов. У нас 16 тысяч оригинальных записей голосов ученых, подходов, деятельности ученых и политического видения. Нам нужно прозвучить за отличие, но у нас это так. В нашем архиве есть звукозаписи из зарубежных архивов. Например, в Праге, Будапеште, Москвы. Часть материалов архив получил один выбор. Были случаи обмена звуковыми документами между странами. Так, из России мы получили голоса Сталина, Хрущева, а также великих писателей, например, Льва Толстого и других выдающихся деятелей. Наш архив хранит важную часть культурного наследия славянского народа и его истории. Ветеран Мария Рафаэль, который очень много сделал для создания и
локализации центра-депозитации. Мария Ракушева проработала разные машины и обновит встречи. Она же не прошла. Но мы не забываем о ее доходе. Кто, как и она, может предсказать, что она приходит в городском радио? Мы не родились, но проверяла, сколько мамы наградов в нашем парке. Я хотела начать разговор с того, что Василий Бухарев потерял из словацкого радио, а это хранится более 30 тысяч записей на интернете. Мы содержатся материалы из разных областей жизни, которые используются в работе и редакторе. В архиве можно найти интервью с известными личностями не только в Словакии, и это в Словакии, но и всего мира. С этим документом можно проследить историю нашего государства, его политическое, экономическое и культурное развитие, обретение страны, независимости и признание ее европейским и моральным сообществом. Госпожа Рапушева, какими были первые передачи словацкого радио в конце 20-х годов? Передачи сделала Велопиарчика Дальмодина, Экспортами, а в то время радиотрансляция продолжалась всего 1 час. Потом время увеличилось на 2-3 часа. Передавали последние новости, научные популярные передачи, музыкальные программы. До сих пор снят хранятся на локальной пластинке тех лет. Позднее музыку Сланцова переписали на магнитные ленты. Следует отдельно отметить передачи для детей юношества. Это были замечательные сказки. Сохранились записи передач для детей 1937-38 года. Например, словацкие народные сказки «Отряд Яса» и «Облики жени». Центр архива не также радиопостановки. Самая старшая из них датируется 1938 годом. Это «Раковский почтальон» писателя Громского. Благодаря этим записям мы имеем возможность познакомиться с игрой актеров того времени. Радиопьеса «Раковский почтальон» стала уже историческим документом, первой драматической постановкой на радио. А как проходила архивация документов в Словацком радио? Что записывалось на пленку в 3 года? Архив Словацкого радио Архив Словацкого радио в том виде, который существует сейчас, начал формироваться в начале 70-х годов. До этого архивация документов проходила спорадически. Раньше выходили передачи в прямом эфире. Гостей приглашали прямо в студию, вели с ними беседу, магнитные записи не велись. Гость покинул студию, и материал исчез. Таким же образом на радио проходили концерты. Никаких звуковых записей не оставалось. Тогда еще техника не была на таком уровне, чтобы можно было вести качественные записи. И только в 50-е годы начали делать записи передач и сравнить их с фонетикой. Госпожа Рапушева, какие документы в архиве считаются наиболее ценными? Таким ясными, таким документом, который имеет в архиве. Особо ценным историческим документом в архиве Словацкого радио, говорит архивария Мария Рапушева, можно отнести выступление первого чехословацкого президента Томаша Гарика Масарика в 1928 году, которым он говорил о демократии. Но и определение демократических принципов актуально и в наши дни. У нас также есть выступление высших представителей власти в различные периоды истории Словакии, Чехословакии и других государств. Наибольшая часть архива представляет свидетельство второй половины 20-го века, особенно после Пражской войны 1968 года. Именно в это время и нашел Thank you.
1908 году. В архиве Палатского радио есть также голос Максима Горького, записанный в 30-е годы. Эти звуковые документы были получены в дар от Московского радио. Палатское радио отражало все важные политические события и непосредственно участвовало в них. Рассказывает архивариус Мария Рапошева. Я тоже Солнечный народный постанин. Был свободный Солнечный театр-банк. Когда началось Палатское национальное восстание, и в банке Бистрице началась радиотрансляция. Правильно называлась «Свободная Славатская радиостанция Банка Бистрица». В нашем архиве есть записи передачи этого «Свободного радио». В них приводят к народу, патриотические стихи и народные песни, поднимающие народ в борьбу с фашизмом. И слушайте размер этой радиостанции. Давайте послушаем одну из них.
Таким образом, материалы попадают в архив Хабаровского радио. Говорит Мария Раушева. Наш архив Хабаровского радио является на Хабаровского радио. Вести на группах. Архив пополняется материалами передачи, которые уже прозвучали в эфире. Зрители собирают материалы, подходящие для архивации. Это различные интервью с видными представителями всех областей жизни. И подходы к различных мероприятий, в том числе и спортивные. У нас есть уникальная запись хоккейного матча чемпионата мира 1949 года. Причем это самый старый рекорд хоккейного матча на нашем архиве. Был решающий матч за звание чемпионата мира между командами Чехословакии и Швеции. Другой раз спортивный комментатор Габо когда купили Thank you.
рисковать благополучием будущих Сахалине, когда планете угрожает опасность. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на конференции по вопросам изменения климата. Она проходит в Марракеше. Глава ООН подчеркнул, что 193 страны поддержали Парижское соглашение по климату. По его словам, чем быстрее человечество начнет действовать, тем более существенным будет результат. Города, граждане и руководители из частного сектора сыграли большую роль в мобилизации сил на поддержку Парижского соглашения. Они находятся в числе самых активных сторонников борьбы за устойчивую, экологически чистую экономику. Я призываю представителей гражданского общества продолжать контролировать то, насколько правительство выполняет взятые на себя обязательства. По словам главы ООН, Всемирная организация будет и впредь подчеркивать моральную составляющую борьбы с изменением климата. Отвечая на вопросы журналистов, он выразил надежду на то, что и США, несмотря на заявленную позицию вновь избранного президента Трампа, не выйдут из Парижского соглашения. Пан Ги Мун добавил, что ряд американских городов уже предпринимают шаги.